Всем привет, с вами снова Александр, и я сегодня хочу вам рассказать, на секунду пока выключу, хочу вам рассказать о полюбившейся мне линейке качелей от компании Joy. Сегодня мы будем смотреть модельку, которая называется Serena. Это одна из линейки, естественно. Часть у меня уже на канале есть, можете поискать, посмотреть обзоры. Ну и остальные мы тоже будем потихонечку снимать, добавлять на канал, поэтому подписывайтесь и увидите все эти обзоры. Соответственно, сегодня посмотрим Serena. Она у нас с рождения до 9 килограмм, приблизительно до 9 килограмм веса ребенка. И, соответственно, разберем, что она из себя представляет. Соответственно, в принципе, качели и качели, что тут, как говорится, они все по большому счету очень похожи друг на друга, но со своими, естественно, нюансами, деталями. Чем мне нравится Joy? Во-первых, надежные, они практически не ломаются, это удобненько. У них всегда хорошие материалы, хорошие мелодии, классные режимы. В общем, в целом, свою задачу выполняют на все 100% за хороший прайс. Они не очень сильно дорогие. Соответственно, что мы здесь имеем? Вот такая у нас большая подставка. Она достаточно большая. Точные характеристики по ссылке внизу в описании на магазине «Первая коляска» вы можете увидеть, посмотреть там. Вот. И это нам дает такая большая подставка, хорошую устойчивость. Она не опрокинется, ребенок там будет уже вылазить, пытаться. Она будет стоять как вкопанная, и ничего с ребенком не будет. Она в плане безопасности, здесь все хорошо. Соответственно, она у нас вот так вот регулируется по наклону. Давайте я вот так покажу вам, соответственно, как она регулируется по наклону, чтобы сбоку вы видели. Вот так опускаем, вот так можно посадить. И, естественно, ребенку, у нас здесь есть для ребенка хорошие, мягкие, приятные вкладыши. Не нужны, в принципе, можно их и убрать, это ваше право. Она и без вкладыша очень-очень мягенькая, прям реально большой ход. Все мягенько, все аккуратненько. Но кому не надо, можно снять. С вкладышем просто чуть помягче. Естественно, пятиточная система ремней с большим таким мягким вкладышем, накладкой, точнее говоря, чтобы ребенку нигде ничего не давило. Такая вот накладочка здесь. Вот. По самой люлечки. Здесь все понятно. Единственное, давайте сразу покажу. Здесь еще есть дополнительно к всему, что мы имеем в плане качения, музыки, здесь есть возможность регулировки дополнительно легкой вибрации самой качели плюсом к качению самой конструкции. Здесь у нас есть режим выключить вибрацию, включить и сделать ее более интенсивной, ну и более слабой, соответственно. Соответственно, это один из режимов. Так, давайте теперь включим ее. Сам пульт я вам тоже сейчас покажу, как он выглядит. Здесь мы имеем несколько режимов. У нас есть, что касается звукового сопровождения, у нас здесь есть громкость и разновидность, варианты мелодии. Есть мелодии, а есть звуки природы. Давайте я ближе стану. Так, это обычная колыбельная. Все такое успокаивающее. Вот такого рода все. Естественно, можно делать громче, тише, понятное дело. Так, давайте послушаем звуки природы. Здесь есть шум ветра, шум воды. Вот видите, как журчит водичка. Во-первых, это очень успокаивает, на самом деле. Это доказано психологами. Вот ветерочек легкий. Не знаю, слышно вам нет, это звук такой ночи, такой легкий фоновый шум. Вот лес с птичками. В общем, как вода бежит. В общем, со звуками здесь все в порядке, но, скорее всего, будете всегда использовать колыбельную. Вот эту и все. Ну, как показывает практика, в основном ее используют. Соответственно, здесь также у нас есть, отсюда вам виднее, видите?
три режима яркости ночника. Если вы на ночь кладете сюда ребенка, ну или уже вечером, там не знаю, когда это нужно, вам будет здесь можно включить ночник. Три режима у него есть интенсивности. Соответственно, в этом плане все понятно. Также, кстати, в комплекте идут вот такие игрушечки, которые подвешиваются вот сюда. Они просто запечатаны, и я их не хочу открывать, потому что она будет на продаже. Это качели, и вот сюда вешаются у нас три игрушечки, и ребенок может ими играться. Вы можете повесить сюда любые другие игрушечки, это не проблема. Если они не нужны, вот так они на сторонку убираются, и ребенку никак они не мешают. Можно убирать, можно ставить, это по вашему желанию. Соответственно, давайте я ее сейчас поверну, например, да, вот так вот поверну. Да, вот так вот сделаем, вот так ребенок отдыхает. И мы посмотрим с вами на интенсивность, насколько она быстро это делает. Вот сейчас почти на самом минимуме, еле-еле качает, так в легкую. Вот давайте на максимум сразу поставлю. Сейчас она разойдется чуть-чуть. Она не резко начинает быстро, она потихоньку плавно набирает обороты. Если нам нужно укачать, то включаем максимум, чтобы ребенка именно укачать. Когда ребенок уснет, нам не нужна вот эта болтанка. Вот видите уже как разошелся, да? Сильно. Можно просто поддерживать немножечко вот это качение. И, соответственно, он сейчас потихоньку сбавит обороты. Вот видим, да? Угу. Вот, соответственно, есть кнопка Mode, это выключить звук, если нужно просто чисто звук выключить, чтобы он не играл. Ну и, естественно, режимы разные. Вот, еще из таких интересных вещей, ее очень удобно транспортировать по квартире. Здесь с задней стороны колесики, а на этой стороне есть ручка, за что можно взяться и перекатить ее. Соответственно, она, ну, легко катится, колесики большие. Проблем у вас то не возникнет. Сработает это все от сети с адаптером, который идет в комплекте, а вибрация работает от батареек. Здесь внутри есть батарейки, которые, ну, нужно установить туда, их они сейчас не вставлены. Вот, соответственно, это вот такой вот у нее интересный функционал. Как по мне, вот когда очень много всякого рода режимов, это, как показывает практика, практически всегда не нужно. Мало кто этим пользуется. В основном нам нужно укачать ребенка. Самый распространенный и правильный режим – это вот этот. Плюс нам нужна музычка, плюс нам нужен ночник. И игрушечки всегда не помешают. Ребеночка не отвлекают, он там огукает, играет, смотрит, тянется к ним. Это и развивает ребенка тоже. Вы можете же разные игрушки вешать, поэтому тут вот эта вещь не бесполезная. Поэтому вот все, что нужно, в этой модельке у нас представлено. И плюс они надежные. Вот мне нравится Joy, потому что они беспроблемные. Здесь, кстати, очень тихий моторчик. Я его ушами слышу, но это мне прям нужно прям сильно прислушиваться. Очень тихо работает, почти практически бесшумно, без вибраций каких-то, еще что-то. Все четко. Кстати, стирать ткань можно в щадящей стирке до 30 градусов, чтобы она не села и вы обратно чехол смогли одеть. Поэтому ухаживать за этим легко. Ваши дети, знаете, могут кое-что натворить, что это все придется стирать. В общем, подытожу. Мне нравится вся линейка качелей от компании Joy, и эта модель не исключение. Вот, они там разные по навороченности. Это вот такой хороший среднячок. Соответственно, я обязательно рекомендую, если вы ищете качели для себя, нормальные качели, хорошие, за незаоблачный прайс, обратите внимание на Joy. Можно на эту модель, можно на другие, они все у нас на сайте есть. Я ссылку на эти качели добавлю в описании. Пройдите, посмотрите. Обзоры полностью на все модельки обязательно будут на канале. Ну, со временем, не все сразу. Соответственно, я лично одобряю с 5 баллов из 5. Вообще сразу смело ставлю этим вещам от компании Joy качелям. Ну, ваш, естественно, выбор, как всегда, за вами. Я лишь хочу пожелать сделать вам этот правильный, грамотный выбор. И первой коляске большое спасибо за предоставленную качельку Joy серийно на обзор. И хорошего грамотного выбора качать для ваших детей хочу вам пожелать. И всего доброго. До свидания.